Одеяло нежные ромашки. Да, Люд, ты правильно отметила, что это два в одном, что это и одеяло, и покрывало. И именно этим оно и уникально. Нежные ромашки действительно поражают тем, что это полноценное именно теплое одеяло. Махровые изделия полюбились всем уже давно, но одеял махровых еще не было. Махру, знаешь, Люд, очень любят за то, что она мягкая. Она очень нежная, дарит нам приятные тактильные ощущения. Обволакивает нас этой мягкостью, но теперь это еще и полноценное теплое одеяло покрывало. Кать, а скажи, пожалуйста, а вот если такое красивое одеяло не заправлять пододеяльник, о чем, наверное, все женщины мечтают. Можно такое? Конечно, можно. Вот именно для этого и было создано стеганое одеяло покрывало нежные ромашки. Его не нужно заправлять в пододеяльник. То есть вы можете просто укрыть вашу постель. Она всегда будет выглядеть эффектно. Ну, а махра, конечно же, будет обволакивать вас нежностью. Люд, но ты знаешь, чем еще хороши махровые изделия? Так, особенно чем? Зимой. Они, во-первых, очень хорошо согревают нас, так как ворс он такой окутывает нас. Но также имеют повышенную гигроскопичность. То есть они впитывают больше влаги, ну и, конечно же, испаряя ее, за счет чего одеяло остается свежим и чистым. Но я хочу, как эксперт, обратить твое внимание, что у нас одеяло стеганое по всему полотну. Да, по всему периметру, да. И что очень важно, у нас много наполнителя. Здесь граммовка 400 грамм на квадратный метр. Так. А это значит, что одеяло будет очень хорошо согревать именно в холодное время года. Посмотрите, очень хорошая стежка, достаточно часто, поэтому разойтись она не разойдется. И очень важно, что одеяло нежные ромашки можно легко постирать в домашних условиях в своей стиральной машинке. Это новинка на телеканале Shop & Show. Одеяло нежные ромашки. Первое махровое красивое одеяло, кстати, оно еще и двухстороннее. Посмотрите, вот одна первая сторона красивая с нежными ромашками, а вторая сторона, она однотонная. Вы знаете, это, наверное, самое актуальное сезонное предложение сегодняшнего дня. Вы уже запаслись теплыми одеялами на этот сезон. Вот оно, ваше идеальное красивое поле нежных ромашек. Катюш, ну вот я смотрю, что здесь махра, она даже немножко разная, и мне это нравится. Да, Люд, абсолютно верно. С одной стороны, она более нежная, с другой стороны, обладает более таким микромассажным эффектом, поэтому каждый выберет для себя ту сторону, которую он будет больше по вкусу. Но я еще раз хочу вернуться к нашим уникальным свойствам одеяла. Покрывало, отмечу, нежные ромашки. Ведь мы его можем использовать как два в одном. Вам больше не нужно будет вставлять одеяло в пододеяльник, потому что оно действительно восхитительное. Очень красивый дизайн, который подходит как для спальни, так и для детской, хочу учесть. И очень важно, что внутри у нас находится силиконизированное волокно, которое является гипоаллергенным, и бельевой клещ не заводится. Ну и, конечно же, нежность махры, она будет окутывать вас и будет прекрасно согревать даже самой холодной зимой. Это, конечно, очень важно. Ну и такие свойства, как воздухообмен. Конечно же, махровые изделия обладают высоким воздухообменом. Тело ваше будет дышать. Парниковые эффекты не будет. Что очень важно, значит, сон будет комфортным. Но если вдруг вы спотеете, махровые изделия обладают повышенной гигроскопичностью. То есть они впитают и будут испарять влагу. Ой, вы знаете, мне кажется, сегодня мечты сбываются на телеканале Shop & Show. Это одеяло, которое можно не заправлять пододеяльник. Новинка на телеканале Shop & Show. Махровое, нежное, теплое одеяло покрывало. Нежные ромашки, три размера. Полутораспальный, двухспальный и евроразмер. Выбирайте свой размер. Вы знаете, такое одеяло подойдет даже для самых маленьких членов семьи, ведь они его точно оценят. Красивое. Таким одеялом можно даже будет заправлять кровать малышей. Да, конечно, да? У нас есть и одеяло, и покрывало. И
вы будете утопать в поле ромашек. Успевайте сделать ваш заказ, ведь эта новинка – это нежное махровое одеяло. Это оригинальное, оригинал одеяло, а мне вот уже продюсер наш говорит, что меньше всего евроразмера. Я очень рада за обладателей больших кроватей. Но если вдруг вам не досталось, двухспальный размер тоже вполне себе прекрасный. То есть наше одеяло покрывало улетает так же, как бабочки. Поэтому торопитесь окутать вас нежностью, окутать свою спальню действительно уникальными новыми предложениями, новыми коллекциями, потому что найти махровое одеяло покрывало в магазине, ох, ноги стопчите и не найдете, поверьте мне, как эксперту, это действительно уникальное одеяло покрывало.